Меня зовут Максим Амельничук, и мы продолжаем разбирать преимущества оптовых продаж недвижимости во время презентаций, семинаров и живых встреч перед розничными продажами, когда мы продаем квартиры лицом к лицу. Что говорит риэлтор во время встречи? Как происходят эти встречи? Несмотря на то, что риэлторы в компаниях проходят постоянное обучение, тренинги, картина не всегда бывает хорошая, порой она бывает печальная. Тесты и тесты тайных покупателей показывают, что при личной встрече риэлтор не дорабатывает, серьезно не дорабатывает. И обычный среднестатистический покупатель и продавец легко может запутать среднего по подготовке риэлтора. Что делать? Этих недостатков лишены оптовой продажи. Намного проще научиться 15-минутному выступлению и подготовить ответы на 5, 7, 10 вопросов. Вопросы из зала, они, как правило, очень поверхностные и не столь глубокие, как при личной встрече. Это сделать намного проще. Я ни в коем случае не говорю, что не следует отрабатывать навыки личных прямых продаж лицом к лицу. Я говорю о том, что подготовить выступление на 15 минут и рассказать в аудитории и после этого собрать контакты 2-3 клиентов потенциальных, которые станут вашими реальными клиентами, это намного проще. Все стажеры нашей компании получают первых клиентов, организовывая семинары. В следующих видео мы поговорим о том, мы продолжим разговор о том, чем оптовая продажа недвижимости лучше, чем розничная продажа лицом к лицу. С вами был Максим Амельничук. До встречи.